Ситуация – это не единственный способ выражения своего недовольства, поэтому пока что мы не можем сделать вывод, что на пике протестной активности, тем не менее, не зафиксировано. В смысле, существенный рост протестной активности не зафиксирован исследованием ЕСС. Но по данному конкретному параметру, а именно участие в массовых демонстрациях, нет существенного увеличения. Здесь же мы должны проинтерпретировать и стандартное отклонение. Мы видим, что оно выросло для более поздних анкет. То есть произошла некоторая поляризация, по крайней мере, в абсолютных значениях. Однако поляризация эта, очевидно, не слишком велика. В принципе, для нее тоже можно посчитать доверительный интервал. И он нам покажет, что поляризация несущественно изменилась. То есть, как было у нас соотношение «да» и «нет», так оно примерно и осталось. Если бы у нас сравнялись бы «yes» и «no», то здесь, конечно, стандартное отклонение выросло бы существенно. Мы бы зафиксировали и существенное статистически значимое увеличение доли, и зафиксировали бы статистически значимое увеличение стандартного отклонения. Подведем промежуточный итог. Мы применили описательную статистику для признака, измеренного по дихотомической шкале. Поскольку шкала дихотомическая, мы могли применить здесь и моду, и среднеарифметическую, но специфическую среднеарифметическую, и в качестве меры разброса применить стандартное отклонение. Если бы шкала была бы сугубо номинальной, то мы могли бы применить только моду в качестве меры средней тенденции и энтропийный коэффициент вариации в качестве меры разброса. Давайте посмотрим, как считается энтропийный коэффициент вариации. Для этого мы, опять же, должны иметь дело с долями. Поэтому я растягиваю и там, и там. Освобожу дополнительное место. Итак, вот доли, на основании которых мы считаем энтропийный коэффициент вариации. Сначала надо посчитать реальное. Располагаемую энтропию. Она считается как, собственно говоря, доля, умноженная